США ввели санкции против топ-чиновников КНДР, ограничения ввели за серьезные нарушения прав человека и цензуру. Они затронули троих людей. Минфин США в понедельник, 10 декабря, ввел санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов. В частности, в черный список попали заместители председателя ЦК партии Пак Гван Хо, который также возглавляет отдел пропаганды и агитации, а также Цой Ренхи. Под ограничение попал и Чон Гент Хэк, который, по данным американского ведомства, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР. По данным Минфина, они причастны к серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее, а также к ограничению доступа граждан страны к иностранным СМИ. В заявлении подчеркивается, что санкции служат напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Оптовым Биром, который скончался 18 месяцев назад. Соединенные Штаты последовательно осуждают северокорейский режим за его грубые и вопиющие нарушения прав человека и основных свобод, и нынешняя администрация будет продолжать принимать меры против нарушителей прав человека во всем мире, заявил министр финансов Стивен Мнучин. Напомним, в ноябре Северная Корея освободила еще одного американца. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.